Вот Олег пришел паски покупать. Олег, ну как? Должны быть вкусные. Это мы в Бонифации, да, купили? Угу. Ну, вот у них даже антураж есть такой. Посмотрите, какие интересные тут у нас декорации. Зайчики. Здесь тоже яички так вот на дереве навешаны. Ну и вот здесь немножко посмотрим, несмотря на то, что тут мусорка. Вот такой ящичек, и там зайчик стоит. Яички лежат. Ближе вот так вот посмотрим. Вот такая вот красота. И вот здесь вот тоже яичко. Зайчики. Фигурки вот такие вот. Здесь вот птичка. А здесь вот немножко, как выглядит витрина. Ну, если вот так вот посмотреть, пройти, вот так эти зайчики. Здесь на улице стоят, вот такая интересная декорация. Поближе вам зайчиков покажу. Цвет у зайчиков такой вот интересный. И вот яйцо у нас такое. Такая фигурка. И он Олег паску поставил. Главное, Олег, чтобы паски не улетели. Держи. Вот немножко мы вам показали такой красоты, которая есть у нас в городе. Такие декорации около кафе Бонифаций. Надеюсь, понравилось вам. Нам нравятся такие вот декорации смотреть. Правда, их сейчас не очень много в городе. А вон, посмотрите, какие у них хвостики. Олег, посмотри, какие хвостики у зайчика. А у этого что-то уже хвостика нету. И у этих. У зайчиков исчезли хвосты. Вот так бывает. Ну все. Всего вам доброго. Пойдем мы дальше с пасками домой. И вот привет вам от таких веселых зайчиков.